Сточка, Петербург, 15 сен, Эрспорт, Артем Лисовский. Хоккеисты московского «Динамо» обыграли санкт-петербургский «СКА» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, которая состоялась во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой бело-голубых со счетом 4-2, 1-0, 2-1, 1-1. Шайбами в составе «Динамо» отметились Ансель Галимов, 8-я минута, Максим Карпов, 21-я минута, Мэтт Робинсон, 23-я минута, и Юрий Бабенко, 60-я минута. У «СКА» голы на свой счет записали Максим Чудинов, 34-я минута, и Антон Белов, 50-я минута. Следующий матч «СКА» проведет 17 сентября в гостях против братиславского «Слована». Московское «Динамо» в этот же день сразится в Хельсинки против «Йокерита».